хорошо. Можно вас? Сеньор? Все очень вкусно. Спасибо. Но вам для сведения, не приносите счет, я его не оплачу. Прошу прощения. Вы меня слышали. Я не буду платить. И принесите еще стаканчик этой итальянской граппы, она очень хорошая. Давайте, быстрее. Сеньор, вот ваш счет. Я же сказал официанту, что не буду платить. Сеньор, не вынуждайте нас звонить в полицию. Этот ужин представляет собой крохотное воздаяние за весь мой вклад в это чертово общество, как художника за 50 лет. Я принял решение, и вы должны быть довольны. Мое присутствие подняло на новый уровень категорию ваших клиентов, таких бесчестных и заурядных. Не забудьте мою граппу, и я уйду. Спасибо.